У нас в Крымске есть свой завод, который производит их. Уважаемый Иванович, я в первую очередь хотел от имени коллегиального предприятия поблагодарить вас и ваших заместителей Александра Александровича Рупеля и Александра Александровича Тымбирского, департамент промышленности, за ту поддержку, которую оказывает ваша команда лифтостроительной отрасли. Докладываю. Крымский лифтовый завод, который вы посетили в августе прошлого года, набирает обороты. В этом году выходим на проектную мощность 500 лифтов в год. В планах дальнейшее расширение производства до 5000 лифтов в год и углубление локализации. За прошлый год завод уже собрал и поставил более 40 лифтов, в том числе 14 лифтов мы продали, поставили в Крым, 3 в Адигею, 2 в Кабардино-Балкарии и 3 лифта продали в Оренбургскую область, установили. Это сертифицированные по всем стандартам энергоэффективное оборудование. В этом году из 9 аукционов мы выиграли 7 аукционов. Из 261 лифта выиграли 168. У вас компетенция чеха процентов локализация, а вот 20 чеха процентов откуда компетенция? Мы используем безредукторные лебедки. Это на 40% электроэнергии экономим. Ну, тем более. А ее в России пока не производителей нет. Это импортная часть основного фонда составляет. Мы начали работу с Южной Кореей.